Народ, всех приветствую. Продолжаем третья серия по Сталкачу. Сталкер Аномали 1.5.2 плюс Expedition 2.2.1. Ссылка на скачивание в описании. Понравится? Смотрите, скачивайте, играйте тоже. Вот. Что у нас там по квестам? Надо вспомнить. Так. Что-нибудь у нас на этой локации есть? А тут мы, по-моему, выполнили. Сейчас, по-моему, просто подошли к этим торговцам. Скажем так, торгануть, да? А, подожди, ты мой напарник, что ли? Так, а то есть торговец из вас, ты, наверное, привет. Похож. Так. Я понял, ты не торгуешь. А что здесь за ящик? А он пустой. Я, кстати, еще немножко выкрутил качество видео. Я надеюсь, он там будет без подлагивания, без ничего. И давай-ка я сейчас сразу сначала поставлю громкость музыки. Я не знаю, она почему-то все время скидывается. Зараза. Такая. О, вот ты вот торгуешь, да? Вот, тозик это, который квестовый, но он, смотрю, 53 косаря стоит. Короче, если что, потом у него купим. Так, калашовские патроны мне бы. У тебя они есть вообще? Продажа. У тебя они есть. Давай вот так. Я тебе вот это отдаю. Вот это забирай. Ну и всякую такую по мелочи. Ну чё, все вроде. О, радио забирай, тоже весит. Че, давай уж все тогда скуплю. Все положу. Все патроны на калаш. Все, боезапас есть. Да, мужик? Дай-ка гляну по карте, куда нам там дальше двигать. По-моему, в сторону агропрома нам надо было, да? Или нет? Подожди, давай еще раз. Петренко, спасение рядового сталкера. А, ну этого я освободил, я понял. Защита интересов. Это куда мне? На базу долга? Ага, базу долга. Мутанты. Я выполнил, вернуть товар Сидора еще. И здесь мне куда надо? Ну да, в агропром мне надо. Где мне тут нормально так перейти? Здесь, наверное, на агропром. Ну да. Ну чё, погнали, захватим там его товар, этого Сидорыча, короче. Давай я тебе тоже сбаглю эту фигню, что я подобрал. Все нормально? О, 137 рублей, заебись. Купаем стоимость патронов. Так кто? По нам? Нет, это он. Там мутанты. Братан, ты бы с этими котами не шутил, это псевдопёс. Ебучий псевдопёс. Ты только, блядь, живи, слышь? Ух ты, зараза, блядь. Вот завалил меня, да? Давай, ладно, последний сейф. Сейчас мы быстро их развалим. Я вообще вместо этой из квест взял бы какой-нибудь дробовик, что ли. Вот так вот по мутантам работать. Где там? Псевдопес.
Всем ДПС, всем ДПС. Где же он? Ты видишь его? Я вот что-то не вижу. Ну и фиг бы на него, да? Хай там бегают, резвятся. А вон там вдалеке. Ладно, давай на огонек заскочу. Может, бандосы тут сидят. Так мы сейчас привалим. Ах ты! Гад, блядь. Ладно, давай еще раз. Давай еще раз. Короче, просто так от них мы не отделаемся, да? Давай тогда так. Ну куда ты попёр на них? Так, ну минус одна. Ты, блядь, там живи, слышь, дядька. Ну и все, и пиздец, блин. И он сдох. Вот надо, блядь, ему бежать вот на них. Вот, блядь, надо. Привлекать внимание. Ну, сука. Так, сюда иди. Ну, дебич. Чё, дай хоть на камень залезу. Ну, сука. Ёб твою мать. Господи, боже мой. Давай, пока он на них не забился, вдоль забора попробую пробежать. Все, пошли, 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 пошли. Тебе оно не надо, блядь, мне оно тоже не надо. Все, прошел, прошел, блядь, сейф. И, блин, песели гребаные. Ну скажи, оно тебе надо было? Нам явно не надо. Никого вроде, никого. Не полный магазин, что ли, заряжен был? Ой, слушай, да хрен на эту плоть, а? Давай мяско сюда. Блять, а ты-то уже с кем? С кабаном, блин. Блять, меня не подстрели, слышь? Виталя, блять. Странно, что со спецки звука нету с этого глушителя, но... Может нафиг этого снять глушитель? Чё-то как-то вообще просто не камильфо, я не знаю. Ну стреляет и вообще, вообще не слышно ни хрена. Давай дозаряжу.
нож давай достань. О, это все денежка, все денежка. Все на базу. Сколько у меня блеск в калаше заряжено сейчас? А, фиг его знает, ладно. Ну, кажется, вроде полный должен быть магазин. Хотя он мог и дерьмовых патронов там половину докидать, блин, и заебись ему было бы. Как там запись, надеюсь, нормально, блин. Ящики. Монетки. Еще ящик. И ничего нет в нем. Давай по карте посмотрю, где там его ящик, этого Сидорыча. Вот там вот, да. Чуть мне кажется, что там фонить должно. Там такая вся зона. А здесь мутанты, по идее, должны быть. Сейчас посмотрим. Одному-то мне с ними, блядь, справиться не тяжело, блин. Мне с этим напарником тяжело. Слушай, у меня же есть такая хрень. Короче, если безвыходная ситуация будет, то буду, короче, использовать ее. Замедлялку этого времени. Слушай, ну его нафиг, блин, по 10 раз перепроходить, да? Так, я здесь правильно иду? С ног! Вот так вот, типа. Ну все, укатился. А чё ты, блядь, не перезаряжаешь? Тебе ж патронов еще хватает, блядь. Где эта жопа? Он просто, блядь, не перезаряжал автомат. Он просто, блядь, его не перезаряжал. Нет, со снорками тут справиться можно. Сука, опять музыка это орёт. Я не знаю, кто знает, как пофиксить это, пожалуйста, жду ваших комментариев под видео. Бо реально уже бесит. Хоть ты сам залазь в папку с игрой, блядь, и фикси все это. Блять, спи, коты. А им на высоте, блять. Братан, это дело просто, чтобы, блять, тебя спасти и 10 раз не перепроходить. Ну все. Вроде со всеми справились. Давай с них посрезаем ботинки. У этого два ботинка было аж. Это их, короче, домашний кот Мурзик был. Подожди. Ну, патроны есть, сейчас он перезаряжает, блядь. Чё он, блин, тогда не перезаряжал? Кто знает. Радиация не нахватал, не нахватал. F5. Сейф. Теперь за контейнером.
Все, вот туда нам. Все, все со всех срезал, блядь. Я довольный. Так. Вот куда-то вот туда, да? А куда этот дурень, блядь, побежал опять? Так, ну чё, давай искать нычку, где он там запримыкал ее. Где-то вот позади меня, где-то вот тут, да, должна быть. А, вот. Он, ну слушай, тост мне дал там. Перегружен. Господи, а чё у меня там так много весит? Ты, наверное, да? У нас КГ. Понятно. Давай нафиг твой этот тост. Все, задание выполнено. Можно возвращаться. Подземелье агропрома. Подземелье агропрома. Место сна. Ну, короче, пойдем сейчас тут на болото. Да, ну тупо вот. Прямо туда. Перевес. Твои водички хлебани. Я вижу, тебе там хочется уже. Слушай, ну я с перевесом настрадаюсь на самом деле. А чё мне такого выбросить? Ну давай пофиг, пистолет выброшу. Похаваю. Опять попью. Так, 0,5 килограммов мне надо куда-то убрать. Один болтик выбросить. Блин, а у меня нечего такого прям выкидывать. Ну вот, почти, почти. Сложный выбор, сложный. Давай мясо старое съем. Все. А то теперь бегать можно нормально. Ну, здорово, мужики. Оружие убрал. Да. Не приставай с разговорами, добром. А вы кто, блядь? Если что, командир, с ним беседуй. Чисто небо, нифига себе. Ой, чё б тебе продать? Ну, чё-то ты такое себе платишь, я тебе скажу так. Ладно. Нет, там еще задание, как бы. Так что давайте, мужики, там, не скучайте. Так. Это ж аномалия была, да, вроде аномалия. Упс. Чуть не влетел. Вернее, влетел, но вылетел. Так, сейчас бы тут на эту хрень не нарваться бы. Летающую. Так. Не, мне прям вот, вот туда, да? Да. Так, это я нечаянно нажал. Так, летающих хрени нету, летающих хрени нету. Правильно иду. Правильно иду. Только давай не через аномалию. Во, ну его нафиг. Хотя, конечно, может, артефакт какой-нибудь там будет.
Я так бочком, 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 бочком. Ну, ты ж поближе тут. Ладно. Не так приносимого веса нету. Так, нам сюда? Судя по всему, да. Ну что, мужик, прогуляемся на болото. Там нас вроде, по идее, сход должен Хавасися встретить. Сейчас разузнаем. После железной насыпи. Так что это будь готов. Так, тут аномалия, блин. Так, насколько мне помнится, тут лучше сразу по воде идти. Чё, кровососа не будет сегодня? Ну давай. По водичке придется пройтись. Пойдешь? Да, типа не самый безопасный способ, но... Слушай, если что, я за тобой вернусь там, окей? Ну, надеюсь, с ним там все окей будет. Мне просто туда и обратно сбегать. Надеюсь, задание не провалится при этом. Так, и сейчас тут надо вдоль забора этого придерживаться. Чтобы не пропустить... Чтобы не пропустить дырку в заборе, скажем так. И что-то мне подсказывает, что я уже, возможно, ее пропустил. В смысле обновлено? Ты уже прибежал сюда ко мне? Ля, красавец. Молодец. Нет, дырку в заборе я не пропускал. Где-то она там такая, прям одна есть такая, неочевидная. Где-то она там есть такая одна, неочевидная. Вот она, нашел. Мужик, а ты далеко убежал? Блять, вот где он носится, блять? Куда он носится, блин? Дурень, блять, сюда беги. Все, прибежал. Все, пошли. Не лохмать мне тут бабку. Тихо, аномалия. Так. Где мои болты волшебные? Я тут помню, влетел уже как-то. Земляночка. О, пёсель, привет. Доктор, вы же умный человек.
Спокойно, спокойно, я проблем не ищу. Однако, кого я ищу, так это нашего общего знакомого. Ну, короче, про стрелка типа ищет. Эх, не... никак не оставят старика в погое. Погодите, стрелок жив, вы в этом уверены? А то ж, я очень сомневаюсь, что такое количество сталкеров по всей зоне ни с того стало как бурно обсуждать его. Мне же было поручено найти его. Мы оба заинтересованы в его сохранности, так что, док, не переживайте. Ох, стрелок даже спустя годы, ах да, простите меня, воспоминания эти. Стрелок всегда старался скрываться в посторонний глаз, но с теми, кто желали ему зла, он всегда мог справиться. Послушайте совет старика, будьте на вашем месте, я бы не стал рисковать своей жизнью, если вы что-то умалчиваете. Но если вы впрямь говорите правду, запоминайте или записывайте. Во всей зоне есть только одно место, которое я знаю, которое может быть стрелок. Короче, агропром... В подземельях агропрома. Он там сидит. Схрон у него. Ну, как минимум, Бобик ваш снаружи не набросился на меня. Это уже что-то договорит о доверии. В общем, я понял вас, доктор. Спасибо за помощь. Теперь же, похоже, настало время собираться в рейд. Еще один момент. Пожалуйста, если вы встретите его, передайте, что его старый друг, то есть я, очень хочу с ним увидеться. Непременно передам ему. Все, поговорили. Короче, дал нам квест, типа, иди там в подземелье агропрома и ищи его место. Так, где там мой забулдыга? Ах ты ж гад, блять. Его ёбнули. Он там, блядь, побежал куда-то, влип, блядь, и все. Я не знаю, я сейчас ему отдам команду стоять на месте, блин, постойте смирно. А ты там жив еще, блядь? Ну-ка. Он бежит на неприятности нарываться. Ну что тебе мешало, блядь, тупо в дырке в стене, блин, пройти там? Вот что ему мешало, а? Вот кто знает. Вот куда он попёр? Он нахрена ему это надо было? Дружок-пирожок, блядь, постой-ка ты на месте. Давай-ка быстро сейв. Будем так вот байтить на сейвы, пока мы к нему не прибежим. Может, и доживёт. Эй-эй, я тут. Я вышел из зоны, где ты это... Не хотел бы выйти. Не хочешь заходить куда? Ой, блять, он там с этими бандитами воюет. Ёб твою мать. Давай, ладно, еще раз. Загрузочка. Может, не напориться на них там. Я сейчас, может, еще энергетик бахну. Да-да-да-да-да-да-да, энергетик. Все, погнали, погнали, погнали. Ёбнем тут этих бандитов. Дурень к ним прибежит сейчас. Пацаны, братва. Братва. Тихо, блядь. Что с топкой, чё она заела? Давай-ка аптеку. Чё, только один, блядь, был? Я в прошлый раз проходил, тут только трое было. Ты где, блин, дурачина, блядь? Сюда иди. Ладно, допустим, тут только один был. Вот ублюдок, а? Причем еще с говном каким-то. Ладно, у меня и так перегруз, блин, я не буду брать с него там всякое говно.
А ты, блин, тоже тут еще умник. Я смотрю. Все, давай сейв, давай музыку поменьше. И давай, короче, может... Сколько там уже? 30 минут запись идет. Короче, давайте, все. На этом серия сегодня закончилась. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, графика сейчас получше. Шумоподавление, все дела. Ребят, с вас лайкосики. Все. Давайте. До встречи. Всем пока.